Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео тема очень простая. Колесники плюс куча арты равно просто турбопоражение и отсутствие какого-либо боя. Как это происходит? Из-за того, что в бою много арты, одна из команд или обе команды не едут на ключевые позиции, не играют активно, становятся в кусты, занимают красные линии и сидят, ничего не делают, потому что боятся. Колесники ничего не боятся, летят, сломя голову, и все светят. Если совпадает так, что в бою есть много арты, есть колесник, который, как угорелый, носится по всей карте, и команда увидела, что в их команде колесник что-то светит, а по мини-карте все, в принципе, видно, то она чуть-чуть подъезжает вперед, круг отрисовки достает, и они просто расстреливают по засвету. А та команда, которая зажимается, она наоборот еще больше зажимается, поскольку видит, что в бою много арты, ехать никуда не хочется, потому что это опасно. Потом еще видит, что все зажались в угол карты, ехать самому некуда. И тоже все начинают еще сильнее зажиматься и сидеть в этом углу. Во вражеской команде все происходит наоборот. Колесник несется, засвечивает всю команду. Кстати, в этом бою колесник насветил больше 7000. После того, как прошло 1,5 минуты боя, колесник просто перевалился через центр Прохоровки, поехал на вражескую базу, начал там хаотически кататься, покатался пару минут, насветил 7000 и сдох. Вражеская команда лишилась всех светляков, но было преимущество уже такое сильное, что враги немного потупили, но все-таки додавили нас очень легко, потому что преимущество было невероятное. И так происходит всегда. Даже когда колесников еще не было, бои с кучей арты были кончены, потому что одна из команд зажималась и сидела в углу. Но иногда у той команды, которая сидела в углу, был шанс, если грамотно отдефиться, не умирать, светить всех, кто вылазит, и наказывать, то в принципе шанс был. Но с вводом колесников шансы уменьшились. И та команда, которая зажимается, скорее всего, там и сдохнет. Шансов-то и раньше было немного, потому что команда, которая вжимается в угол карты, она, в принципе, уже отдает всю карту и все позиции. У них остается маленький кусочек карты в уголку, позиций там, соответственно, мало, места мало. Сделать там что-то осмысленное очень тяжело. С вводом колесников, переделкой арты, с оглушением, увеличенным сплэшем, улучшенной точностью сведением и перезарядкой, все это в разы усилилось. И когда Слава Макаров говорит, что колесники не влияют на турбобои, мне кажется, он вообще не видел, как его игра выглядит. Чем он там занимается, какой разработкой в World of Tanks, но мне кажется, что он вообще не понимает, что это за игра. И колесники только усугубили то, что начала делать арта. На мой взгляд, арты в бою не должно быть либо вообще, либо максимум одна, поскольку команда не должна бояться играть в игру, иначе получаются такие бои. А колесников вообще не должно быть, потому что они могут за одну минуту насветить 7000, катаясь как угодно. Тем более еще у колесников есть преимущество над остальными ЛТшками в виде того, что у них повышенное пробитие фугасом. И они просто их в силуэт насилуют как угодно. Ведь у колесников и так есть преимущество, у них не сбивается гусеница. Зачем им еще и повышенное пробитие фугасом? Кто это все делал и балансил, я вообще не понимаю. Этого не должно быть в игре. Лично мое мнение, без этого игра была бы в разы лучше. Я уже более чем уверен, что разработчики вообще не разбираются в своей игре. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. So loud.